Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы возвращаемся к прохождению в антарктическом биоме в наше поселение Каттегат. Я обещал, что в следующей серии назову подписчиками, именами подписчиков жителей, да? Я нашел только два комментария, потому что давно уже мы здесь не играли. Как это? А, думаю, что он так просвечивается. Нашел только два комментария, и это... Ванька Встанька хочет Ваня Пыщик, чтобы звали нашего ткача. Давайте сразу это все поназываем. Где наш ткач? Надеюсь, он не занят, но здесь вроде бы все свободно было. Страница персонажа. Что здесь? Торговец возвращается. Принять. Ну давайте. Называем это все. Так, здесь есть, Ванька, вот твой персонаж, я его сделал. Так, далее. Далее у нас Маркус. Маркус хочет стать смотрителем таверны, да, вот этой вот. Здесь все есть. А ну-ка. Ну, обеденные столы тут еще должны сделать. Ну, в принципе, тут все есть, каменный стул. Более или менее здесь все есть. Возможно, тут еще все крафтится. Но Маркус... Я не знаю, как это, в принципе, так и придумать. У нас повар есть. Но в следующей серии мы что-нибудь придумаем. Сначала мы ее достроим, Маркус, а потом будем как-то думать, как это именно назначить. В общем-то... А вообще, идейка интересная, и мы, думаю, ее сделаем. А вот этот домик мы... Домик Маркуса отдадим под лучников, да? Под наших... Так, что у нас по войску? Давайте посмотрим. У нас раз, два лучника. И кто? И воин, да? Нам нужен клерик. Срочно нужен клерик. Я боюсь, что у нас какое-нибудь нападение, как обычно. Нас разгромят, развалят и тому подобное. Так, вот ты. Притом он увлеченный послушник. Сменить профессию. Ага. Так, ну нужно том послушника пока что скрафтить. Ну, давайте здесь чуть побыстрее. Я надеюсь, что тут все строится. Чего ты так залезла-то далеко? Придется тебя телепортировать. Мы своих не бросаем. Вот сюда тебя. И сразу куда-то бежит, не знает куда. Так, ну что у нас тут? Сменить профессию. Блин, а чё ж ты не делаешь том послушника? А, в процессе, хорошо. Замечательно. Если честно, я тут уже немножко подзабыл, что у нас и где. Это мы камень здесь дробим, да? Да, это камень здесь. Так, ну ладно, у нас есть еще один... запахло беженцы, появляются запыхавшиеся беженцы. На нашу группу напали гоблины. И все, да? То есть... Напали гоблины и все. Скоро, видимо, они будут здесь. Вот какие-то гоблины живут. Но у нас доступа кверху нет, так что пускай себе живут. У нас, в принципе, есть еще один комментарий. Эдуард Матяс, да, хочет быть лучником. Ну, видимо, так он и хочет, чтобы я его назвал. Поэтому берем лучника. Гоблин кладется в лагерь. Блин, ну... Берем лучника, страница персонажа. Так, Эдуард. Матяс. Вот он, лучник. В принципе, ребятки, ваши просьбы я выполнил. Если кто там писал, и я вот в сегодняшней серии не переименовал, ребята, я, значит, не могу найти этот комментарий. Я довольно-таки далеко перемотал, и вроде бы как ничего такого больше я не нашел. Так что, если хотите в это поселение, пишите под этим видео. Если хотите в остров релиза, да, персонажа, то пишите под тем видео, чтобы я не путался, так сказать. Так, что у нас по нашим ремесленникам? Тут у нас все в порядке. Ткач. В принципе, нет у нас льна, да?
Ну, его и не будет, если честно. Так, я тут проездом предлагаю, за мои выгодно сделать мне три ворота из штакетника, один каменный молот. Так, ворота из штакетника. Где они? Ворота из штакетника. Вот они. Три штучки. Пускай делает. Блин, ну здесь довольно-таки долго они, конечно, строят. Давайте прям на стройку, что ли, отправим. У нас новый житель. Это хорошо. Что у нас по клерику? Сменить профессию. Есть. Клерик есть. Все, отличненько. И сейчас травника назначим. Ну, что-то строит. Что-то гремит. Что-то здесь... Что-то строится. Ну... Должны они, в принципе, в сегодняшней серии это достроить. Я думаю, что если у нас все это подзатянется, сейчас после нападения я, в принципе, включу скорость X3, чтобы быстрее все это проходило. Так, мы не дошли тут. У нас кузнец работает. В принципе, да. Кузнечик наш работает. Ну и повар тоже работает. Только вот у нас и мясо кончилось. А, у нас жучок есть, все. Жучки наши все. Хорошо. Так, деревья можем какие-то поставить? Я бы поставил, если есть какие-то деревья. Пускай растут где-то вот здесь вот. Там можно прям даже... Ой, у нас тут мясо, ужас. Злые волки. Хорошо. Побегают, побегают они и все. Пройти до нас они не могут. Много деревьев сейчас наставим. Пускай все зарастает. Дремучий лес такой у нас здесь будет. Так, хорошо. Я бы... Получается, что здесь все скрафчено, да? Здесь, ну, чисто мы крафтим одежду различную. Тут сундуки только остались. Здесь, в принципе, почти тоже все скрафтилось. И повар. Так, единственное, что... давайте травника назначим. Ну вот, не особый. Хотя, может, есть кто-то именно, кто хочет быть травником. Это увлеченный землевладелец. Так, ну, травником особо никто не хочет быть. 1-6-1. Плюс всезнайка. Меняем профессию, будешь у нас травником. Так, это есть... И давайте, что здесь тебе не хватает? Так, прошу прощения. Нужно для начала 1 обеденный стол. Да? Торговец возвращается. Принимаем 1 обеденный стол. 1 обеденный стол. Где он у нас? Вот он. Делаем. После нам нужно 6 окон. Да? Crossbeer Stone Window Frame. 6 штук. 6 вот таких вот окон. Вот эти вот, по-моему. 6 штучек. И вот такие вот. Или не такие садовые лампы. Simple Stone Lantern. Блин. Сейчас нужно смотреть. Да, Simple Stone Lantern именно. Две, по-моему, да? Зайдем. Да, две будет вполне достаточно. И каменных стульев 4 штуки. Чтобы у нас уже на эту мастерскую, на эту таверну все было. 4 стула каменных. Так, это все есть. Хорошо. Вот теперь бы им достроить и все ставить здесь. И знамя, и кострич, ну все есть. Строят только долго. В принципе, на троечку я уже включаю, чтобы быстро все это тут перематывалось. Мэр Крепкорук, привет, есть кто дома? Мои поздравления, я обошел этот район и не встретил гоблинов, хотя я вижу, у вас тут еще парочка живет, но в целом неплохо. Из соседних городов я собрал подарки, благодаря тебе сегодня все могут спать спокойно. Оп, какие-то здесь слиточки нам дались и тому подобное. Так, а что у нас дальше? В принципе, у нас нет гончара,
инженера, да, ну и, понятно, геомансера. Геомансера я вообще еще не знаю, как, что и почему, там нужно квест какой-то выполнять и тому подобное. Здесь делают стальные венцы. Возможно, мы что-то сможем сюда продать. Я бы продал как минимум... Так, окна пока не трогаем. 10 вот этих банок я продал бы. Даже оставил бы 5 баночек и все. Я бы продал вот эти обыкновенные хранилища каменные, да? Так, колония тут. Блин, из-за этого я вышел. Этот эскейп меня убивает. Колония, кролика тут. Принять. Ежедневный отсчет. Капитала немножко не хватает, но после того, как сюда начнут вставлять предметы, я думаю, капитал возвысится до небываемых высот. И они уже заканчиваются, что самое интересное. Поменьше бы они тут настройки трендели. Вот приближаются захватчики, но все это высоко, далеко. И им к нам не достать. Давайте вот это соберем. Что у нас, зима идет? Да? Да, винтер. И еще 46 дней будет этот винтер. Фермер особо не прокачивается. Потому что лен нужен второй уровень, ему до второго уровня, как до луны на тракторе. Ничего здесь будет. Когда у тебя второй уровень? Чуть-чуть осталось, хорошо. Кузнец шестого, просто умничка. Давайте самые лучшие предметы тогда скрафтим, которые нам нужны. Нам нужны хранилища вот такие вот. Ну не знаю, штук 5 я бы сделал. Хранилище, да? Давайте инженера, этот вот голем пик, тоже парочку сделаем. Не знаю, что это, возможно, можно будет добывать больше руды и тому подобное. У нас не будет именно воинов, у нас будут только кнайты. И у нас будет парочка кнайтов, поэтому парочку длинных мечей делаем. Парочку стальных щитов. Парочку серебряных шлемов и парочку серебряных кольчуг. Отлично, есть. А в принципе, нам тут более-то и ничего и не нужно, да? Нам бы потом только разбивать вот эти вот луки лучников, да, улучшенные какие-то, ну... А, мы уже их можем это фейл. Это Олежка задумался... Вот здесь вот где-то его поставить. Вот так. И давайте зайдем еще к нашему травнику. Ну, здесь минималочка у нас стоит, но пускай еще там... Давайте штук 20. Пускай бинты делают. Бинты хотя не может. Давай-ка на минимум штук 5. Но пока что все. Кто здесь к нам крадется? Все это очень высоко и далеко от нас. Скоро городом станем, вот только золото в наличии нужно накопить и заработать на торговле еще 400 золота. И в принципе сможем... Вот, видите, можно здесь вот уже продавать нам что-то. 10 мечей. Они нам не нужны? Серьезно, это тоже не нужно. Давайте 10 банок продадим. Еще каменные вот эти... сундуки отдадим. Это все оставляем. Кроватки все продаем. Ну, все остальное нам более или менее нужно. Единственное, каменный молот не нужен. Все. Ежедневный отчет. Вот, пожалуйста, еще один житель, уже 17-й. Поселение все растет и растет. Круто тебя закинуло. Ты отсюда не спустишься. Телепорт. Давай-ка ниже. Да, начинают вставлять, похоже, окна и тому подобное. Потому что, да, здесь достроено. Что нам получается? Каменные сундуки нам нужны, получаются, как минимум. Каменщик занят крафтом каменных сундуков. Хорошо. Грядки. Блин, вот как-то бы можно, если подключить вот эти вот уведомления, когда на тебя нападают вот эти короли. Так, crossbar frame. Да, сейчас.
эти окна. Давай-ка, десяток. Я не знаю, куда они их девают. Серьезно. Куда деваются эти окна? Или это такое окно, которого у нас нет? Может быть... Нет, но мы же его скрафтили. Скрафтили. Как-то мы умудрились это. Возможно, это не это окно, а вот это вот окно. Да, точно. Давай-ка штук 10. Да, вот оно. Crossbar Stone Window Frame. Вот это оно. Все, пока они тут все повставляют. Окошко у нас докрафтится. Ну, в принципе, тут немного осталось. Обеденный стол, костерчик. Эти окна уже вставляют. Каменные лампы. Вот все-все-все быстро вставляется. Скоро это все доделается. Они именно уже носят предметы. Это довольно-таки быстро все сделается. Так, осталось только каменные лампы вставить и все. Так, и вот оно достраивается, смотрите-ка. Вот наша таверна подписчиков. У нас уже, между прочим, больше 100 подписчиков. Там, кто не в курсе, у нас розыгрыш лицензионной копии Стоунхерта. Ссылка будет тоже на пост в описании. Там нужно сделать репост ВКонтакте и быть подписанным на группу. 7 деревянных мечей сделаем. И быть подписанным на группу. И тогда в воскресенье будет розыгрыш, и кто-то выиграет лицензионную копию. Так, а как же они тут должны были на второй этаж-то забираться? Я вот не помню. То есть... А, я хотел вроде бы как построить здесь вот так вот лестницу, да? Можем мы прям вот так вот лестницу здесь зафигарить? Ну, никакой веревки еще никто не придумал здесь, да? Вот именно, чтобы... Пускай бы какая-то веревка висела. Хотя тоже не особо. И вот здесь вот еда и напитки будут. Вот так по диагонали еда и напитки плюс драгоценности. Если еда уже будет там не влазить, пускай ее несут сюда. Ну вот так вот. Вот такая вот у нас чаще таверна получилась. А давайте залезем вот сюда вот в срез. Чуть повыше нам только нужно. У нас тут ужас, что происходит. Тут, в принципе, сладко все спят. Всем удобно. Здесь тоже более-менее. Тут. Что у нас здесь все хранится? Здесь инструменты и драгоценности. Драгоценности убираем. Драгоценности у нас есть куда? Здесь конструкции. Здесь у нас, по-моему, ресурсы. Да. И здесь вот у нас большое количество ресурсов. А здесь мы слаживаем чисто слитки. Да-да-да. Так вот, штуковину. Здесь у нас тоже ресурсы в большом количестве. Хорошо. У нас есть еще жила железа тут и тому подобное. В принципе, развиваться есть куда. Здесь у нас такой подземный город небольшой. Так, ну это все на буграх похоже. А что здесь у нас? В принципе, здесь мы ничего не нашли, как я смотрю. Ну, как минимум камень сможем. А, нет, есть вот серебро. То, что нам нужно. Хорошо. Давайте посмотрим, правда, сколько у нас серебра в наличии есть, именно руды. Потому что серебра нужно будет довольно-таки много. Вот мы серебряный... О, 188. Нам хватит. Серьезно, нам хватит. Тоже потихоньку, похоже, крафтят. Ну, последнее вот нужно кольчугу. Но мы не можем ее у нас... Нету льна. Или лена, я уже не помню. Я уже запутался с тобой. Подписчик мне вечно пишет лен. Как правильно произносить? Я уже запутался. Я же где-то его все равно добывал, хоть в малых количествах, или нет? Дикого лена у нас нет, нигде здесь. Да, здесь разные уроды живут. Солнечный день прекрасный. Зимний солнечный день прекрасный. Вообще классно. Выглядит утро, да, у нас? Да.
Не видно только тут солнышко вообще. Откуда оно приходит? Непонятно. У нас вот еще дерево валяется. Это какая-то фигня. Так, где наш мастер? Блин, до второго ему чуть-чуть. В принципе, я думаю, в следующей серии он уже прокачает второй уровень, и будем добывать мы этот лен. Ежедневный отсчет не хватает немножко, но в следующих сериях мы подумаем. У нас, в принципе, вот здесь вот есть местечко, какое строение поставить. У нас есть, получается, столовая, да? Еда у нас везде, конечно же. Да, есть столовая. Ой, красивый каменный сундук, вообще классный. Есть столовая, есть, где у нас работает повар, да, мастерская повара. Есть мастерская каменщика. Домик пока что Маркуса, но мы его будем переселять. Домик Маркуса. В принципе, нам нужна как минимум кузня. Кузня довольно-таки интересный вариант. Можно посмотреть, что нам тут предлагают. Хотя можно вообще вот так... Ой, не-не-не, ошибки. И не вписывается в интерьер. Ладно, мы будем смотреть это все в следующей серии. Ребят, на этом у меня в принципе все. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем свои комментарии. Подписываемся на группу ВКонтакте. Там проходит розыгрыш на 100 подписчиков. Разыгрывается лицензионная версия Stoneheart из Стима, да? Нужно сделать репост, оставаться подписчиком группы и не удалять репост до конца розыгрыша. Ссылочка будет на все это в описании. А на этом у меня все. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.